Всем здорово, ребята! Ну что, у нас сегодня на обзоре очередной герой в Brawl Stars. Это будет Пенни. Обалденнейший зайчик на ебайчик, я так бы назвал, особенно на локациях, где есть ограниченное пространство, либо все враги бегают, прыгают с трамплина вместе. И у нас как раз есть такая карта сегодня. Захват кристаллов. Сейчас я вам покажу во всей красе, а потом пойдем к ее пассивкам. У меня сейчас стоит старая пассивка. О, ничего себе, три леги. Сейчас попробуем слиться. В общем, она просто бьет, наносит дополнительный урон. Вот такой вот вариант. Посмотрите, что она творит. Они прыгают. И по прямой она дополнительно наносит. Просто божественный, как по мне, урон. Вот так вот стоишь, выкидываешь. Единственное, это старое вот так начинается. Сейчас он где-то здесь выбежит. Ай, не успел. В таком варианте турель, я не знаю. Ну, применяется, конечно, на многих локациях здесь, но она уже устарела. Я вам покажу новую пассивочку. Вот видите, что она творит. Просто божественно. Она просто изумительно. А, спалили. Давай, забегай сюда. Не хочет он сюда забегать. В общем, вот как-то так. Звездного, конечно, я не получу, потому что прошляпил больше в кустах. Давайте сменим немножко тиму. Я обычно, как видите, у меня вот эти 15к на апанах. Я бегаю в основном в рендомах. То есть здесь больше интереса, здесь больше фана, веселья, нежели бегать с тимой. Там многие пишут, вот у меня кубков, там это вот. Вы побегайте в рендоме, понабивайте свои кубки. Я посмотрю на вас тогда. Так, там, по-моему, заряженный красавчик. Тут у нас тоже кто-то есть. Так, отлично, кидаем турель. Сейчас мы с вами поменяем. Да, стреляет уже пассивочку на более топовую. Так, ну вот, вот нравится мне, особенно когда вот так вот прыгают на пролом. Тихо, не надо меня убивать. Сейчас вам просто покажу вторую топовую пассивку. Так, что вы тут бегаете, блин? Красавчик. Теперь надо отсюда смотаться всем. Теперь можно вариант держать вот так вот центр. Только можно, если прилетит сейчас Шелли с ультой, можно сразу же слиться. В общем, такой вот вариант ее турели, не знаю, он уже устарел. Я вам сейчас покажу топовый вариант, в котором реально повеселей она выглядит.
Вот этот. Звездные силы, огненные шары. Поехали. Набиваете на ульту, и потом в такой локации это такая тема, вы даже не представляете. То есть можно свободно брать каждую катку звездного игрока. Но это не точно. Давай, зайчик. Настало твое время. Шанс слива, как обычно. Там мы наберем на турель. Красавчик. А теперь смотрите внимательно. Она бьет по площади и будет поджигать. Вот, смотрите, видите? То есть, в чем плюс? Особенно, если ограниченное пространство. Так, ну что это такое? Что это было? Ребятушки, надо тащить. Видите, видите, что они делают? Они хотят избавиться. Не получится. Вот, вот, вот. Нравится мне, когда вот так вот проскальзывает. А-а-а! Жестко, жестко, жестко. Блять, сейчас еще сольемся. Нравится мне. Вот у тебя есть. Че ты бегаешь-то? Без вариантов. Чуть-чуть, ребятушки. Чуть-чуть нам не хватило. Ну, все как обычно. Все как обычно, рукожопы. В том числе и я. Ну, это рандомчик. Вот в этом и весь фан, когда у тебя кидает рандомную тиму, и ты не знаешь, с кем ты будешь играть и против кого ты будешь играть. А не сидишь и дротишь. Вот, я набил кубки, потому что я играю в команде. Совсем разные вещи. Кто-то играет ради фана. Так, это было неожиданно, неожиданно. Окей. Если вы читерите с турелью, я тоже так буду. А, вот так вот вам. Теперь кидаем сюда турельку. А теперь делаем вот так вот. Вот так вот делаем. Я сказал, так делаем. Видите, какой кайф. Видите, у него простая турель. У меня мега. Чуть их не разложили. Давай, иди сюда. Иди сюда, дорогой. Иди сюда. Там ту папа. Разницу видите, да? У него обычная бьет, как бы, ну... Просто по зоне наносит нормальный дамаг. А моя бьет немножко меньше. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это было обидно. И сейчас наш сольется по-любому. Какого фига ты туда побежал? Не, нормас. Нормас. А теперь делаем вот такую вот раскладочку. И еще разок. А, неждан, да? Вот это я, конечно, зря положил туда, ну ладно. Никогда против не вставайте в линию. Потому что это печаль будет. Против этого героя реально лучше в линию не вставай. 620, ну что, давайте еще одну рандомную каточку. И побежим по домам. Рукожоп в теме. Надо было канал назвать Рукожоп. Если бы еще вот так вот не подвисало, блин, то можно было бы играть.
Я надеюсь, так у всех подвисает, не только у меня. Вот это вот прыгуны эти, это вот зря. Так, там кто-то у нас идет. Кто это у нас идет такой? Кто это такой к нам пришел? О, ничего себе, там еще кто-то остался жив. Блин, обалденная. Вот нравится мне ее турель, особенно когда они еще друг за другом бегают. Просто бомбическая тема. Чик-чик-чик-чик-чик. Камон. Давайте, забегайте, ребятушки. А теперь просто вот по прямой расстреливаете в конце, в итоге их. И они ничего не могут сделать. Я не понимаю, зачем люди прыгают в последний этот. В катке вот прыгают. Нафига прыгать, если тебя просто расстреляют? Какой смысл? Да, у нас, конечно, противники были мега-мега. Ну, давайте еще раз. Ребятушки, хотите, покатаем? Поехали. Давайте, кто там прыг-скок делает? Бул, ты мой красавчик. Там у нас Дина Майк пытается что-то сделать. Так, ну-ка дайте мне на турельку зарядиться. Красивенько, молодцы. А теперь ждем, принимаем гостей. Минус один. Ждем еще гостей. Вот сейчас начнут они прыгать. Это самое веселье на этом герое. Когда начинают просто тупо вот так вот прыгать, а ты... Так, это была подлянка это была. Так, надо стать немножко в стороне. Вот видите, сейчас будет следующее лететь. И таким образом вы себе каточку... Я не понимаю, ну вообще просто не понимаю таких людей. Нафига так делать? Вот для чего? Что, сыграем еще? Ну давайте еще сыграем. Давайте сыграем еще. Сольемся. Давайте посливаем нафиг кубки. У меня следующая цель. Ушатать 16к. 15 я вчера сделал за день. Ой, вот такие вот мне нравятся, ребята. Вот это вообще просто топчик. За один этот набиваешь сразу же себе турельку. А дальше просто все по песне. По сказке. Тихо, 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 ша. Малыш, ты куда спешишь? Ай-яй-яй-яй-яй, чуть меня не слили. Плохие вы. Малыши, плохиши. Помогите. Помогите мне! Так, что-то они тут расхраблились, мне кажется. Вам не кажется? Что-то они... Что-то они расхрабрились. Нет, турельку кидать не будем. А мы сделаем вот так вот. Здесь можно сделать еще раз так. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это подстава. Вот это, блин, подстава. Как так? Да, тут, конечно, без вариантов. И так бывает, ребята. Реально, блин. Подстава жесткая. Ну что, давайте еще на удачу. 1-5, 1-5, 4. Как-то, ну, не смотрится. Надо либо слить, либо делить. В общем, у кого есть пенни, реально качайте. Герой очень обалденный, особенно
на болтиках, винтиках. Ой, мне нравятся вот такие вот красавчики. Да ладно! Везусь. Да куда можно было так его бить? Нафига было ульту пускать? Ну вот нафига ульту было кидать? Они, блин, прыгают все вместе. Только испортил мне ограждение, заградку. Смотрите, что делает. Что делает демон? На тебе, возвраточка. Ты хочешь со мной тоже поиграть? Ребятушки, я не успеваю восстанавливаться. Вот нормально. Не успевают, ребята. Смотрите, смотрите, что он делает. Что ты делаешь, демон? Хорош. Вот посмотрите на эту турель. Это просто песня, как по мне. Рассекретили мое секретное оружие. Тихо. Тихо, ша. Куда ты убежал? А мог так нас развалить. Ой, хорош, хорош, стали красавчики. Так, это сейчас будет прыжок. Ну, пусть прыгает. В общем, ребята, вот как-то так. Такой вот персонажик, не знаю, мне реально нравится. Чем нравятся герои здесь? Ну, они простые, они бездонатные, по сути, их можно собрать, задротить. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.